Идет активное таяние снега, льда на реках. В связи с этим очень опасен выход на лед, тем более выезд на лед. Необходимо помнить простые правила. Для того, чтобы выходить на лед, необходимо знать прочность льда. Если места неизвестные, то лучше на лед не выходить. На каждом водоеме имеются очень опасные места. Это места слива промышленных стоков в водоемы. Это ручьи, это места, где на поверхности выходят деревья, трава, какие-то коряги. Кроме того, на водоемах имеются промоины. В ближайшее время, а это буквально через 2 недели, все начнет таять. Температура воздуха приходит в плюсовые отметки, поэтому активно будет таять снег, лед. Выход и выезд на водоемы Уссурийского городского округа очень опасны. Для этого существует административная ответственность. К сожалению, не тех, кто нарушает эти требования, а административная ответственность будет касаться руководителей тех водоемов, на которых происходить будут нарушения.